Всем огромный привет! У нас уже обед. Я сегодня полдня провела в ноутбуке. Сначала я записывала нас с Яной через госуслуги на регистрацию, на прописку. Вот, надеюсь, у меня все правильно заполнено, потому что получалось у меня это не с первого раза. Вот, ну пока ни ответа, ни привета нет. Жду результат. Вот, второе, это я записала еще ее к врачу тоже, потому что у нее кашель не проходит уже очень давно. Вот. Там, перед отъездом, я в Энгельсе ходила к врачу. Мне сказали, что у нас все хорошо. Вот она тоже в Энгельсе кашляла. Но сейчас хочу еще сходить здесь на консультацию. Посмотрим, что мне скажут тут. Потому что меня это беспокоит. Ну и сейчас мы с ней вышли прогуляться, подышать свежим воздухом. Нужно нам будет сейчас доехать, забрать наши страховые полюса, которые мы делали. Они у нас временные. Я думаю, как раз они уже готовы будут, потому что прошло где-то, ну, наверное, точно больше 10-15 дней. Нам как раз сказали, что они будут готовы через это время. Вчера у нас целый день шел сильный дождь. Очень холодно. Ну, а сейчас мы вот решили все-таки выйти прогуляться. Все равно дела никто не отменял, нужно делать. Да и дома сидеть не хочется. Сегодня, кстати, уже потеплее намного. Очень много клубники, я смотрю, продают. Тоже цены разные. Ой, зелени сколько. Яночка купила булочку. Стоим здесь, слушаем пение птичек. Они так здесь звонко, красиво поют. Прохожу, прохожу, значит, и смотрите, какую надпись увидела на доме. Первый раз. Вроде обычный дом, обычный двор. Ну, площадка оставляет желать лучшего, конечно. Вся в траве, по колено. Старая. Престарая, даже качели сломаны. Интересно, чем он так выделился. Все, вытираем руки, рот. Да? Увидела сейчас кота на нашего, похоже, прям расцветка. Слышите, как разговаривает? Сейчас будет битва. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Так. Мы с Яной решили идти обратно пешком домой. У нас распогодилось, потеплело. Сейчас иду первый раз по этой улице, для меня новой. Заодно изучаю, что здесь есть. Идти нам домой 4 километра, если по прямой. Ну, мы гуляем, сейчас мороженое купим. Это мадам сегодня не в настроении, мне нервы мотает. Каждую секунду мамкает. Мама, 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 мама. У меня уже все, нервы сдают.
пошли дальше. Значит, полис нам тоже не выдали, сказали. Должна будет прийти смс-ка, так вообще он не готов. Я уже поняла, что в Краснодаре быстро ничего не делается. Просто надо не нервничать, сесть, успокоиться и ждать своей очереди. Хотя, по идее, уже как раз сроки подошли, но тут, так как праздники были, поэтому, я так понимаю, это все отложилось. Сейчас еще хочу по пути зайти в какие-нибудь магазины с одеждой. Я хочу себе тапочки уже давным-давно купить, обновить. И вот нигде не могу найти. Ну и заодно просто походим по магазинам. Сейчас проходим мимо таких красивых деревьев. Посмотрите, первый раз такое вижу. Такие листья. У него разноцветные, бело-зеленые. Такое ощущение, что оно сейчас цветет. А может быть и цветет. Такой дворик ухоженный, красивый. Домишки тоже симпатичные. Я боюсь представить, сколько они тут стоят. Пошли дальше. Мы с Яной пришли на озеро посмотреть уточек. Вон они как плавают. И побольше, и поменьше. Янусь, пошли дальше пройдем. Вон они, посмотри. А голубей тут сколько. Что ты им дали? Стою тут, смотрю на уточек. И увидела. Посмотрите, какая красота. Я еще подумала, что это сирень. Очень похожа на сирень. Я первый раз вижу такие растения. Тут очень много разных, новых для меня деревьев. Мама, вот видите, как она себя ведет? Как красиво она цветет. Знаете, на виноград похожи листья. И плетение тоже. Очень красиво. Время у нас 6:30. Мы с Яной до сих пор еще идем домой. Медленно, потихонечку гуляем, заходим в магазины. Были в магазине с одеждой, кое-что я себе купила. Также сходили сейчас еще по пути. Пятерочку тоже купила, там совсем прям чуть-чуть продуктов, потому что основное это я все купила. Но заходили мы туда за мороженым. Ну и, как обычно, что-нибудь да еще с собой взяли. Сейчас сели на лавочку передохнуть минут 10 где-то и пойдем домой. Нам еще домой идти где-то минут 15-20, наверное, побольше. Вот, сегодня прошли очень много километров. Гуляем с пользой. Ну и заодно район изучаем. Купила я вот такие вот себе шлепки, тапочки домашние у меня будут. Они резиновые, их можно будет в любое время помыть. Они, я думаю, мне прослужат дольше, чем обычные тапочки. Долго выбирала, думала, или обычные купить, тряпочные, или вот такие вот резиновые. Они, кстати, очень легкие, и на ноге они очень удобные. До этого как-то у меня были резиновые. Понюхай, на. Вот, вид у них был не очень такие дачные прям совсем. А это уже посимпатичнее. Называется пляжная женская обувь. Вот, очень удобно сидят на ноге. Надеюсь, что эти блески у меня не отвалятся. И в этом же магазине еще купила себе новый кошелечек. Вот такой вот он узкий и удобно открывается. Здесь, значит, на магните. Здесь для мелочевки отдел. Тут карточки. Он стоил 540 рублей. И тут обычный бумажные денежки хранить. Карточки у меня практически все в электронном виде, поэтому у меня малый. Это вот мой старый кошелек. У него здесь расходится замок периодически. И вообще мне он не нравится, потому что он занимает в сумке очень много места. И он громадный и неудобный. Я уже поняла, что вот этот вот замок, вот так, когда открывается, очень неудобный. Вот увидела жвачку. Так, и, значит, с пятерочки взяла селедку. Прям захотела что-то соленого. Вот такая вот. Давно не покупала. Атлантическая с луком. Сейчас будем мы как раз кушать. Паштет взяла.
печеночный. Очень люблю паштеты. Ну и жвачку. На этом, девчонки, наверное, буду заканчивать сегодняшний влог. Потому что у меня какие-то неприятные ощущения в глазах. Такое ощущение, что в них насыпали песок и какая-то пелена. И постоянно хочется моргать и больно моргать. Вот. Не знаю, в чем причина. Надо, наверное, полежать с закрытыми глазами. Просто отдохнуть. Без телефона, без всего. Потому что я еще даже заметила эти неприятные ощущения сегодня с самого утра. Когда особенно мы вышли на дневной свет. Я вот когда снимала, тоже было как-то не очень комфортно смотреть в телефон. Вот, поэтому сейчас поужинаем мы с ней и пойдем полежим, да? Будем отдыхать. Она не хочет лежать. Ну, значит, я одна полежу. Вот, и меньше буду сидеть в телефоне. Мне кажется, еще у меня от телефона такое неприятное ощущение. Вот, все, девчонки, на этом всем с вами прощаюсь. Всем пока.